Знаки зодиака, по которым плачет Майдадыр, неряшливее не найдете. Астрологи утверждают, что небесные светила влияют на характер и склонности человека. Они вычислили знаки зодиака, которые самые неряшливые. Рыбы. Хоть рыбы ни за что и не согласятся с такой постановкой вещей, но они настоящие неряхи. Даже большая любовь к чистоте не заставит их поддерживать порядок в доме, своевременно мыть посуду, вытирать пыль и избавляться от мусора. У рыб круглосуточно будет обстоятельная причина, чтобы застопорить или оттянуть уборку на потом. Это может быть интересная книга, телефонный звонок или любимый сериал. Но периодически рыбы собирают всю свою волю в кулак и делают генеральную уборку. Для этого нужен весомый повод, такой как приход гостей, Новый год или собственный день рождения. Водолей. Неряшливость водолея сформировалась в первую очередь из-за того, что он категорически не любит убирать за собой. Масштабы хаоса в его жилище удивят многих. Это незаконченный годами ремонт, ломаная мебель, сваленная в кучу одежда и брошенная грязная посуда. Этот беспорядок даже распространяется на рабочее место типичного водолея. Вечный ворох бумаг и пара грязных кружек на столе. При этом, как работник, водолей всегда организован и исполнителен. Зато представители этого знака зодиака постоянно заботятся о здоровом питании. Регулярные пешие прогулки и вкусная еда вместо нудной приборки – любимый досуг водолея. Козерог. Эгоцентричный козерог весьма ленив. Ему проще заставить прибраться своих близких, чем лично наводить чистоту. Даже в платяных и кухонных шкафах у нехозяйственного козерога царит бедлам. Хотя сам он прекрасно везде ориентируется. Этот неряшливый знак даже личные документы не содержит в должном порядке. Организовать козерога на генеральную уборку практически невозможно. Ему комфортно и в бардаке. Но перед приходом родственников он все непременно рассует по углам одежду и наведет чистоту. Сегодняшний выпуск подошел к концу, но завтра мы непременно встретимся снова. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые и самые редкие гороскопы по знаку зодиака. Вы были на канале «Гороскопы».